чё, давайте пулять. Что тебе угодно? Бля, Лимон, я как не зайду, вечно ты чем-то недоволен, слышь? Да нет. Да просто очередной раз роги подтверждают, что пидорский класс. Слушай, Лом перед тобой извинился или нет? Я не знаю, я им честно разглупил. Мне его извинения не нужны. Я видел и более достойных соперников в багровом круге. Погнали, Рей. Почитали, забыли. Чест закинули и забыли. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак Процающий Бивень. Бой, герои! Блять, алло! Алло. Кто танкует? Жесть, конечно. ДПС просто жесть. Походу, ну да, не бьем. Робы контент отменять. Да тут меня менять надо, из миссии всех бьем. Ну, минус 3. Ну, ладно. Вам везло, вам везет, что я их спать не дам. Что ж такое? Хорош. Thank you.
она сейчас может плюнуть в рейд. РДД словите раньше. Ну вот и все. Захиливайте дерево, но не может себя захиливать. Шаман захиливает. Дай возложение по нему. Они же не будут его хилить сейчас, они же никто не умеет. Не видят ничего. Где захилить? На арену выходит ледяной рев. Сражайтесь или погибнете, герои. Сейчас он разморозится. Разморозишь и сразу омоложение на рейд закидываем. 3 секунды. Написано и теряет ориентацию. Какую? То есть становится не натуралом. Ну, моб вот этот. Стоит спиной ко всем. Сейчас опять теряет. Гортанный вой испускает. О нет, БЗ. Какой БЗ, это ДК. Так я тебе говорю БЗ, он под берсерк просто. А, да нет. Не проблема, его десяточку. 10 000, полторы секунды летит. Немного. Слушай, переделали этого людей. Теперь если бежать рядом с ним, он тебя замедляет. Скорость бега. В этом внимание. Раньше можно было просто не прям рядом с ним. Сейчас он замедляет, если побегать. Вот, смотри, встань куда-нибудь сейчас, куда он полетит-то. Попробуй сейчас пробежать по его траектории. Не знаю. Вроде нет. Жезл. Какая-то шляпа выпала. Беларусь, рез, если ты появишься у входа сразу. Ты здесь? Беларусь. Горыч говорит, это мой Кент. Кент? Где там кто? А, вот, запустил. Сейчас великий чернокнижник Милфред Гиппопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою. Мы до этого ходили, короче, ИК. Я там ДКшкой был тоже 200-й.
там, короче, протопался у чата, нам танчил. Вот. Короче, на втором боссе падаем. Там что-то Энх с гильдии. Служи сдох, короче. И он стоит с боссом тоже. И сам в этой луже тоже стоит. И все нормально, типа. Дамаг получает. Ну там что-то начали таунтить, с него отводить. Он без диса был, короче. Ну, вайпнулись, что-то попадали там. Ну и короче, потом он такой пишет в чат: сука, кто мне сальву кинул? Вы чё, говорит, бессмертные? Ну, пукан пригорел, короче, говорю. Я ему: давай стрекорба наплетать, короче. Ну типа, сейчас я сказал, пацанам сальву не кидай. Ну все, я сказал в дисе. Короче, мы шли, маялись, короче, АПКшили там, час проходили их 10. Ну и короче, в конце что-то трэш не бьем, короче, а я в DC говорю пацанам, ну типа, не бейте трэша. Ну, трэш зарылся, протопал с гильдии заводит его, этот танчит жука. Он зарылся, выходит второй, ну и они тоже его не смогли убить, короче, и зарылись два жука, короче, лайпнулись мы в итоге. И потом он пишет, типа, чё вам РЛ не сказал, что ли? И я говорю, я ему стрекорбу давай наплетать. Пишу в чат его, он без диса. Я ему говорю: у людей, говорю, забагался этот жук, короче, они его не видели. Я говорю, первый раз вижу такой баг. Я говорю, я тоже сам в шоке. Сидели, ржали, короче. Так вся история. Говорю, мне показалось, или у нас только что, короче, протопал был пятый по ДПС, да? Ну, он сейчас пятый. А, ну это нормально. Бей каждый, ты все равно дно ДПС, да, 2 рубля, и каждый карт. Чё косты-то не бьёшь? Смотри, стоит лужа домашняя. А, вообще, да. Классно, да? Класс. Ну, примерно так же было. Опять вниз. Стаунтил ненадолго. А, идем так, ладно. Асты не бьет, лужу не выносит. Супер, рейд просто. И метку не захиливают. Рейд лучше. А кто у нас хилы забыл? Один вот этот и... А, с лучатом. Все ясно. Да. Так он упал, он же вон он лежит. Сейчас считай, один друид потеет. Да, он вымер ему, короче. Ну пусть потеет. Пять стаков, нормально же. Плюс 100% магических. Вам нравится. Второе инфернальное движение. Можешь. 600 тысяч. Момент истины. О, нет. Так, Артем. Так, чё это лоу просто. Чё, это бабло? Бабло.
35. Хильси, да, короче. Ну, пока друид живой. Метки не хилят вообще вот эти вот. Капускай. До дыхового. Просто лоб. Ну, а чё, на 1% побегать. Ну, отлично. Ну, ничего необычного, как бы. Мы не такое видели. Чего? Кого? ДПС я для микрофона брал. А, ДПС дать? Да, я гляну, что там. А где тут чиниться в этом? Как он называется? Все хорошо. В ресталище где-то есть починка? Да. Да, ты на другой стороне. А, вот ремонт. Алло, алло. Утонул ачиву. Эпик хиро. Че, давайте ребаф. Где Войд? Я чиниться полетел. Мои предложения самые выгодные. Смотрим, чем хилил шаман. Цепное исцеление, волна исцеления. Быстрина. Нормально. Нормально хилил, но метки не хилил. Не знаю, почему метки не хилил, я тебе возможение один раз дал даже. Чем могу быть полезен? А чё хилить-то тех, кто в луже стоит под боссом с другой стороны? Не-не-не, метки, которые понял, взрываются. А, лепит. Он может не знает просто. Давай посмотрим цели исцеления шамана. Топ-3. Я, ты и Клубер. Не 50, вам по 9,8. Так, кого исцелил? Вот и смотри, кого исцелил он. Слушайте, а есть у нас еще там, кроме меня? Так, наверное, во стойке может какой-нибудь. Долго. Короче, ты держишь рогу. Шама хил, да? Угу. Шама хил, мой рог. Ханта мы не зальем точно, потому что его захилят. Конечно. Будем бить шамана первого, а потом креста. А лок там еще стоит, смотри. Да да пизды на этого лока. Значит, по контролю суслятина контролишь кружок. Так, то на того шамана нельзя положиться. Нежный рога. Ты тут, Диси? Значит, ты контролишь кружок, когда он выйдет из вихря. Даешь сбивание коста, даешь станы по КД. Или ослепление, там, вот эту всю шляпу. Так, ну мульти там фирмас диспел, соответственно, ДКшники притянут звезду, один подбежит, притянет, другой здесь в рейде стоит, сюда ближе еще притянет, это вы знаете. Так, ну а я... Давай, короче, Клуберс будет второй раз тянуть в рейд. Да, хорошо, а я дам вихрь еще кому-то, наверное, Ханту подаю вихрь, Хант опасный. Все. Да там как сбегутся они, так фиранёт. Сейчас звездочку, да, фулить надо? Да, звездочку. Один под погнали. А потом кого? После звезды кружок будем бить. Это два. Сосок. Все, иди, гуляй этих дураков. ДКшники тяните.
Мосфир дайте. Я петов танчу. Дал вихрь. Кружок бейте. Утягивайте его пока, да. Кружок убили, нет? Да. Ну так бейте квадрат тогда. А я подниму кого-нибудь. Шаман опять упал. Ну, шаман вообще... Рога в текстуру ушел. А. Лока за контролю. Рога, отбеги. Ну что ты, исчезни, Ваня, исчезновение. Не сдыхайте просто так. У нас туча сейчас приближается, короче, реально, вот достаточно светлое небо, но туча идет. Вот представьте себе, просто жесть, такая темная-темная, кляновое такое. У нас вчера такая хуйня была, дождь целый день шел. Ты к вам пришла, да? Ух, кожа, наконец-то. А откуда? Ну я с Харькова вообще. Ну, значит, да-да-да, прилетела к нам. Коммунити танков нужна, да? Эти плечи нужны. Смотри, эти латопасы там лучше, чем Алеадринка 232. Короче, не ролить, да? Если надо. Не, да. Мне не нужна, я не буду. Если нужно будет, отпишите, если я выиграю. Хан, дай наручи погонять, перчи. Если нужно, он по классу доспехов, то мини. Не, я просто не против, да, если я на танк тоже буду брать, если что. Mm-hmm. Чтобы у меня был танк. Ты ДК собираешь? Ну да, если в ППГ просто фармить, быстро проносить там, чтобы танка не искать по 3 часа. Я танка я не собираю, просто для ППГ, может быть. Mm-hmm. Ну шо, запускай. Здорово. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Торгуются за перчатки, где Войт? Да я уже взял 202 и домой. Че себе, ты прям подрос, да, на глазах? Сейчас как ДПС дам. Так, ну я не знаю, ну бери... Так, ну я возьму белую, но если будешь рыгать, короче, я с тебя стунчу. Так, нет. Погоди, есть. А что тут надо делать? Можете быстренько рассказать? А кто это спрашивает? Я плюсую в чат. Взял темную, бьем светлую. Потом, если РЛ скажет, поменяли цвет, берешь белую, бежишь
туда, на ту сторону, бьешь темную. Понял? Сейчас мне темную надо брать, да? Давай, да, иди сюда. Экспресс-тактика. Да, если скажет поменять, кликнешь белую, побежишь туда, на ту сторону, и там будем бить. Ну или тут, я хз, если отведет, то там, если нет, то тут. Войд, может я двух подержу? Ты держи двух, я просто посмотрю. Тогда бери темную. Бить светлую, слышишь? А белорус на меня напулит кружок. Да напуливайте, что хотите, я просто, если что, кружок заберу. Если будешь рыгать. Погодите, дайте поставить. Бейте все свет. Темный свет. Ты скажешь им, когда цвет менять, а то у меня белая сфера. И бьем звезды. Если ловим темный, белый, стараемся выйдить. И на цвет берем эту самую вороночку со светлую и бьем печен. После воронки стаки нас жестко. Все, уходим к темному порталу, все. В сову уходим. Стоим тут, бьем. Если будет темный ворон, берем, бьем свет. Пока бьем печен. Что, тоже сменил цвет, лол? Я вбью темно. Бейте в ДГ. Сбивайте. Фул ДДСВ. Чё? Шарики противные. Смотрим, что-то способ. Сил. Бьем звезду. Надо взять темную. Так, погибель света. Берем темный портал, бьем звезду быстрее. Дамаху. Молодцы, берем темную, бьем звезду. Темную взяли. Руль там. Белорус. Возьмите темную воронку. На им похуй, совет так. Как будто такие мини. Вот это так и надо. Кричат так, валит смешно. Хант, где кому стоит? Хант белый стреляет по белой, да? Вот, смотри, спад точно по белой. Че красава. Темная вороночка. Не похеру. Сейчас трудно начнет умирать, да? Бах, 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 бах. Еще баба. Ах, выжил, блядь. Молодец. Закидывался, да. Можешь. Смог, да. Труль, который смог. Ты все еще сомневаешься в могуществе Орды, Паладин? Мы примем любой вызов! Какого хождения по воде? Рамиль. Можно и с хождением упасть в воду, да. Если вас рейд-босс не убил, я убью. И камеру просто вверх поднять, и все. Чего вы не берете воронку? Друид, хант. Менять надо воронки. Если в Геру будете ходить, он капец настанет с такой тактикой. Ты бы вчерашнего профа видел, там бы капец настал в натуре. Мне сказали, вроде края с 15-го, да? Какого? 15-го. В детке в обычке? Нормально.
какая будет. Ну, ты не горел вообще ни разу, да? Не, не горел, ты чё? Понял. А там ржач был, ты чё? Да не горело, мы просто рофлили, там такую штука рофлов было. Там ну, это, там из примера, типа, из разряда, типа, да не гоните, что вы излучшите, типа, вы этот, выбегаете, там, типа, больше дамажить будет. Мы бы не могли пройти сообщение. Мы все вложили. Колбы тоже вот эти оранжевые ставятся на пол, если в них забегаешь, то ДПС увеличивается. По 100 тысяч начинаешь бить. Ну и поэтому люди их ловили. Если бы я не сказал, что увеличивается, они бы, ну, их оббегали, наверное. Тогда убили. Я понял. Просто это я виноват. Рассказал им секрет про ДПС. Мне Фордринг. Какую-то алебарду надо. Кожу какую-то выбить. Ой, жопа сейчас будет. Дайте ребаф. Здесь на какой стадии можно будет армию призывать у ДК? Или вообще нельзя будет? Не надо. Не надо? Ну ладно, не буду. Короче, будет появляться жук, мульти, 2 ДК, мендовнер, нежный рок, хант. Быстро его слейте. Надеюсь, я не сдохну. Буду заводить его на ледяную ложу. Если я его буду забирать. Нет, ничего. Ну забирай, я к тебе его подводить просто буду. Все, ты, у тебя кот или медведь? Медведь. Танк? Ну, таланты танковские, да. Ага. Все, погнали. Сферу разбейте сразу возле босса. Кто там мульти разбеет, он не разобьет никогда. Разбил, разбил. Хант разбил. Да, вон устан, все, бейте. Быстрее жука тут. Не видите жука? Вот он, треугольник, убивайте быстрее. Может, пацанам стоит индикаторы врубить, если не... Тут ДПС побольше, в прошлом рейде меньше. А, катрайтер, трэшер, кнопочка. Оу-оу-оу. Чё такое? Да что-то я заигрался, блять. Китер сальву отдал. А, вот он. Жука. Бля, этот жук уже секунд 30 здесь. Все, побежали. Там постреливаю по сферкам. Старайтесь шипы заводить не в соседнюю лужу, а чтобы шип как можно дольше. Ну, дольше за вами шел и разряжал как это можно. Сложно, очень сложно понять. Нужно IQ больше 40. Он дворус преследует, надо стоять от него в самой дальней луже, а не... Лол? Друид, ты шип? На пути шипов тоже нельзя стоять, кстати. Протыкают, бля, вообще на ура. Друид, тебе больше нельзя падать, понял? И шипы забагают. Можно, кстати, в жертву приносить, там, вот, ДПС, Войт, там, Белорус, да, можно принести в жертву. В жертву, лол. Чтобы шипы остальные их не сбивали. Я бабанда учил. Благое дело, да, пацаны, пошли? Давай, с жуку вылезем, надо ДПС. Я думаю, без строго зарывания обойдемся. ДПС босса. Придет жук, убьем жука и дадим рост. А, у нас КД. Вот зараза, вот холера. Жука бейте. Yeah.
Походу будет второе взрывание. Смотри, что ДК мутит. Хорош. Жука убили сначала. Круто, мне понравился рейд. Вот зараза, я ничего не выпало. Так и ходи потом, 200-й там вывод. Даже босс умер, вы все равно падать продолжаете. Все, я ушел, короче. Давай.